Здравствуйте, Сергей Кудренко для своего сайта Кудренко.инфо. И мы занимаемся тем, что загружаем картинки на сайт, создаем папки, в них загружаем картинки. И теперь нам на данном этапе нам необходимо, мы переходим по папкам, в эти папки загружаем картинки. И теперь эти картинки необходимо вывести сюда и предусмотреть удаление. Ну, на данном этапе я, наверное, сейчас напишу, а потом уже просто поясню то, что я написал. В результате мы получаем такое, переходим по папочке, здесь выводим картинки, значит, и справа от картинок у нас появляется кнопочка на ее удаление. Ну, в общем, здесь можно, конечно, поработать над форматированием этого вывода. В этой папке ничего нету. То есть адрес этой картинки в кнопочке, и я ее вывел для того, чтобы, нажав на нее, потом можно было удалить. Итак, я возвращаюсь, что же я сделал. Я создал функцию show picture, которую подставил в блок div picture. Я подставил id picture, подставил эту функцию show picture. Что она делает, эта функция? Она выводит картинки. То есть я сканирую папку img и передаю сюда через слэш папку, которая у нас в данном случае имеется в get'е. Вот если здесь посмотрим, то в get, в ячейке get folder у нас имеется название папки. Поэтому я ее сюда подставляю, и при этом сканируется папка, выводится в виде массива. Дальше я форичем прохожу по массиву, разбиваю на картинки, то есть помещаю в переменную pictures, потом разбиваю на picture, удаляю корневую и родительские папки и создаю такую переменную, которую потом вывожу в блоках div. Я вывожу картинку, вот она, картинка image, вот она здесь начинается и вот здесь вот она заканчивается. Это и атрибуты align center, и источник, откуда берется картинка, опять же папка img, опять же папка folder, то есть мы передаем, и переменная picture, которую мы берем вот отсюда из цикла forEach, когда разбиваем. Я ее ограничил по высоте и по ширине. В принципе, при загрузке можно создать условия, чтобы загружала не больше какого-то размера картинка. И все это я сделал в виде ссылки. Ну, для чего я это сделал в виде ссылки? Для того, чтобы, в принципе, можно было перейти, посмотреть на эту картинку. Ну, это тут системный файл какой-то. Далее, все это дело я еще создал кнопку button. В эту кнопку на ней вывожу путь к этой картинке, но он нужен будет для того, чтобы, если мы будем где-то подставлять, чтобы знать, какой этот. И кроме того, эту кнопочку я буду использовать для удаления этой картинки, но это уже попозже. И в стилях я прописал этот блок MG, маржины отступил по 10 пикселей, дальше display inline, то есть выровнял блок div, который расположен эти картинки в линию, и id, ну вот это можно и не надо, это тут я экспериментировал. А ну-ка мы сейчас посмотрим, видите, это просто на кнопочке прописывается. Ну, я, ладно, вернем правка отмена, пускай будет поменьше. Это в
Здесь вот я придал значение в функции, я придал значение ID Picture кнопочки для того, чтобы и ограничил, вывел на ней надпись немножко меньше по размеру, задал более маленький шрифт. Ну вот таким образом мы выводим эти картинки по папкам. Далее здесь, конечно, с форматированием надо бы еще, конечно, поработать, но я уже не буду. Нажимая на эту картинку, мы переходим на новую, на эту картинку, для того, чтобы ее посмотреть в реальном ее размере. И дальше мы затолли кнопочку, кнопку button, которая будет удалять эти картинки. Так, на этом все. Дальше уже будем продолжать в следующем уроке.